Всем доброе утро. У меня здесь два яйца, чуть-чуть молочка, колбаса, сыр. И лаваш заворачиваю, быстрый завтрак делаю, сыночки. Я вот так вот складываю, нарезаю. Давно уже не готовила. Все, вот быстрый завтрак готов. Вот так он выглядит. А я здесь салатики ем с утра. Так что приятного аппетита. Чао, пейте, кто пошел кушать. Я такое не буду. Остальтик мой. Так, все. На сегодня супчик гороховый. Вот такой. На свиных ребрышках. Здесь косточка и ребрышки снизу. Лучок положил, кто будет. Так что приятного аппетита. Мы пошли обедать. Сейчас меня никто не узнает. Представьте, я вырубилась. Уснула. Мы сели, пообедали. Супчик поели. У нас дочек капает, кстати. Холодно так вообще. Или меня морозит. Да нет, холодно. Очень сильно. Я пошла до Ир чай попить. Проснулась. Вдвоем вырубились. Фу, краска что-то где-то пахнет. Сейчас проснулась, чай собралась попить. Думаю, пойду схожу до Иры попью. Рядышком. Так что время вечереет. Мать пошла чай пить. Я вон в штанах теплых. В куртке теплой. Холод, ветер, еще и дождь капает. А из-за чего еще я уснула? А у меня спину защемило тут вот. Или продуло, или неправильно лежала. Короче, натерла миновазином. Прям так хорошо стало, я легла ровненько и все, и все. Дождь сильнее расходит. Смотрите, какие капли на меня капают. О, тут вот видно. Сильно капает. Открывайте. Сейчас как зарядит еще на завтра целый день. В общем, я здесь захотела пирожочка сделать. Молочко, водичку тепленькую. Я молочко бы не добавляла, просто на водичке делают пирожки. Но так как вода была горячая, я добавила молочко. Сахар. Дрожжи. Такой кусочек у меня. Ну, добавляю муку. Это я делаю опару на тесто пирожковое. Сейчас она 15 минут постоит. Я буду заводить. Да, может, 10, я не знаю. Сейчас посмотрю, как будут дрожжи начнут работать. Как они подниматься начнут. Ну и все. Я заведу тесто. У меня пирожочки сегодня будут с капустой, с яйцом, беляшки и сосиска в тесте. По чуть-чуть всех сделаю. Потому что одни пирожки я не люблю делать. Потому что у меня все разные любят начинки. Я прям хочу с капустой. Я квашеную капусту поставила. Она мне тушится. У меня только квашеная есть. А свежей нет. Все хорошенько ставлю. Размешиваю. Пускай стоит. Потом покажу, как она мне поднимется. Все. Пара у меня готова. И никогда не замеряю, это уже всем я говорила, я просто делаю на глаз, как я хочу. Так, пока пара у меня стоит, я почистила лучочек. Здесь яйца у меня отварены, это с вчерашнего остался лук, я сейчас его сюда кидаю, перебью. И этот еще нарежу, тут капусточка. Вот квашеная капуста, я ее хорошенько протушила. Вот такая вкусная, вообще просто бомбически. Я давно ее просто не жарила, капусту квашеную. Привыкла как бы свежую всегда. А это просто бомбина. Сейчас я сюда добавлю лук и фарш. Я сейчас фарш тоже перекручу. У меня такие будут пирожочки с капустой и с фаршком. С лучком. Так, лучок я нарезала. И сейчас я его ду-ду-ду-дун перебью, чтобы не резать. Красота. Вот так вот перебила. Можно еще помельче, но я не хочу помельче. Сейчас я в капусточку его закину сразу и буду обжаривать. Сюда в капусту закидываю. И как раз сейчас, пока лучок чуть-чуть обжарится, я фарш перекручу и фарш туда закину тоже. Здесь у меня фарш, вот он. Ой, господи, фарш, мяско нарезано. Я сразу нарезаю и свининка, и грудка в перемешку. Но это все равно я тут не помежу, где какая. Блин, у меня глаза горят. А, нет, это экран мутный. Луком, от лука глаза горят. Потом все перемешаю, весь фарш. Сейчас отдельно перелатываю его. Много не накладываю, так по чуть-чуть, потому что
что когда поменьше, она лучше рубит. Так, мяско накладываю чуть-чуть. Быстренько перерубим. А потом еще в конце. Фарш я здесь перемешала уже все вместе и чуть-чуть закинула в капусту. Капусточку я закинула. Сейчас это все пережариваю. Перчик добавила. Капуста квашеная, она соленая, так что я не солила. Перцу добавила. Сейчас это все хорошо прожарю. Очень вкусно будет. Аромат стоит просто бомбический. А здесь лук наложила. Ой, глазки горят, правда, от лука. И горло даже не першит. Это лук у меня на фарш идет. Сейчас его перелопачу. Сделаю фарш, пускай лежит. И пойду тесто, а то у меня стоит тесто уже 15 минут. Ой, опара. Я думаю, ладно, пока тут занимаюсь, чтобы не отвлекаться. Сейчас это доделаю быстро и тестом пойду заниматься. Так, все, смотрите, ребята, опара у меня как подошла. Хотела показать, не успела. Я вот туда вот налила чуть-чуть майонезика. Ну, прям чуть-чуть так выдавила. Я всегда майонез добавляю. Я яйцо не добавляю, добавляю майонезик. Ну, кто хочет, тот может яйцо добавлять. Теперь соль. Вот беру соль. Я солю только тогда, когда у меня опара подошла. Подсолила. Все на глаз. И маслица чуть-чуть растительного. Капелюшку налила, посолила. Все. И вот сейчас я не знаю, добавить чуть-чуть еще водички тепленькой, чтобы мне тесто было чуть побольше. Так вот, наливаю полстакана водички теплой, еще добавлю. Много не буду добавлять. Чуть-чуть все, соль убираю. У меня здесь яйца, я еще их не почистила. Фарш приготовлен. И теперь добавлять будем муку. Я всегда ее посеиваю. Сейчас так вот чуть-чуть один просею. И тут я вот этот контейнер тоже насеиваю себе. Но это будет маловато, еще мне надо будет сеять. И все, сейчас это тщательно все перемешиваю. И сейчас я посмотрю. Вот теперь я вижу, сколько у меня жидкости. Надо мне еще добавлять или нет. Я переживала, думала, что у меня там жидкости много. А я чуть-чуть делала парки. Значит, я сейчас еще водички теплой добавлю. И это, кажется, все вот так вот перемешаю. И потом только водить буду всю муку. Так, я еще добавила чуть-чуть водички. Ну, это... Так, на глаз также чайника наливать теплую воду. И сейчас вот эту вот чеплашку муки всю сюда засыплю и вымешаю тесто хорошо. То, что одной рукой неудобно. Сейчас вторую подключаю. Так, ребят, вот такое тесто вот мягкое. Я прям замешиваю. Заморала пальчик. У меня почти начинки все готовы. Так вот я сверху сейчас мукой засыпаю. Одеваю пленочкой. Наматываю сверху. И в теплое место пускай стоит. Оно у меня стоит 30 минут. Вот 30 минут сейчас подъем подойдет в пленке. У меня стол еще занят. Я сейчас стол освобождаю. Ну, как раз за 30 минут я яйца подготовлю. Сделаю. Сосиски приготовлю, что как мне жарить надо будет. В принципе, начинка у меня остальная вся готова. Вот 30 минут она у меня поднимается здесь под пленочкой. Потом я на стол выкладываю, вымешиваю еще раз хорошенько. Но я покажу это. И просто чашкой накрываю, она там, ну, 15 минут, она подъем поднялся. Все, я раскатываю и начинаю жарить пирожочки. Так что, все накрываю, пускай стоит. Так, ребят, вот покажу. Пленочка вот так вот накрыла, все везде хорошо. Теперь накрываю сейчас полотенечком и в теплое место на 30 минут убираю. Так, начинки все я уже приготовила. Здесь у меня яйцо с луком, здесь фарш на беляшике, капуста с фаршем. С капусточкой и с сосисочки Степана. Вот так вот тесто подошло. Видите, оно такое тепленькое. Сейчас я снимаю пленочку и вымешиваю хорошо на столе. И через 15 минут я уже буду стряпать. Смотрите, какое оно. Ух, мягенькое, такое пушистенькое. Вот, ребята, я вывалила на стол. Сейчас все с чашки сниму и вымешаю хорошенько. Накрою чашечкой на 15 минут. И потом начну жарить. Печь. Или жарить, или печь. Главное, пирожочки у меня будут сегодня. Вот так тесто подмяло. Все накрываю на чуть-чуть и буду выпекать. 15 минут буквально она еще постоит. Все. Сижу, ребят, здесь видео монтирую. А у меня, смотрите, ку-ку, тесто уже мне ку-ку. Кричит, Олечка, ты где? Пошли жарить. Все, я видео поставила загружаться.
Сейчас я пойду жарить пирожочки. Вон, видите, как она подошла? Здесь уже, ребят, я сделала сосисками. Вот, поставила их жарить. Здесь сосисочками вот еще чуть-чуть лежат они. Я уже налепила. А здесь я налепила с яйцом вот эта половинка. А здесь начала с капусточкой. Вот тесто еще чуть-чуть у меня останется на беляшке. Капуста-то, в принципе, осталась. И яйцо вот чуть-чуть. Я по 13 штук делаю. 13 таких, 13 таких, 13 таких. Но потом, когда доделаю беляшки, если еще тесто останется, то я еще добавлю, доделаю яйцо, закину. И это. Так что стряпаю пирожочки. Здесь капуста дожариваю пирожки и один беляш закинула. Еще беляшки остались, и все, я закончила. Здесь капусточка, я всегда вот так вот ровненько их ставлю. Здесь у меня что это? Сосиска. А здесь у меня с яйцом. Вот такие вот мягенькие, полушистенькие, смотрите. Я люблю маленькие пирожочки делать. Не знаю почему. У меня всегда они маленькие, они, смотрите, какие. Ой, это просто воздушненькие. Хорошенькие. Все, пирожочки у меня эти настряпаны. А здесь у меня беляшки. Но я еще не все сделала. О, один еще с капустой. Потому что он большой, не влез. А я этот вот лежат еще у меня на беляши. Я беляш один положила, то что он маленький, а этот бы не влез. Так, все, они пускай лежат, ждут свою очередь. В общем, я решила попробовать беляшек. Мягенький такой. Горяченький, вкусенький. Ахахахаха. А больше никакие не хочу. С капустой, ну, не сегодня, может, завтра утречком. То, что я сейчас пойду на день рождения. Все, ребят, настряпала. Вот сколько у меня получилось пирожочков. Здесь у меня беляшики. Сосиска в тесте. Где-то капуста, где-то яйцо. Вот это яйцо, вот это капуста. С вашим, так что приятного чаепития, кто собрался кушать. А я своим. Я представьте, вот я даже один беляшек съела, все, я не хочу пирожки. Раньше бы я их жрала и жрала, а сейчас все. Не хочется ничего, потому что я пошла на день рождения.